Кругом необъятные поля. Земли было столько, что когда возле села она переставала рожать, то уезжали за много верст пахать, а потом и убирать хлеб. Уезжали на неделю, в субботу возвращались, мылись в бане, отдыхали, а в понедельник снова ехали в отъезжие. Таким запомнил свое детство в самарских степях к югу от Самары Иван Остапов. Иван Степанович Остапов, карандаш которого когда-то знали все, кто любил книжки с картинками. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».